возвращаемся на четвертый корт. Время 10 часов 38 минут. Это полуфинальный матч между Петром Капустиным и Никитой Кашириным. А Россия. Турнир второй категории ПЕ. Турнир второй категории ПЕ. Минск. Корт находится Жубро 40. Петр проигрывает в первом сете 3-5, подает 0-15. Безупречная атака. Чуть-чуть короткий мяч, сразу атака. На третьем корте все еще играется первый гейм второго сета на подаче Алибека. Неподготовленные. В общем-то, это справедливо, потому что везет Петру. Никита играет резаным ударом, абсолютно грамотно. И Петр в очередной раз играется 3 удара. Резаный удар Никиты в этом прекрасно, это тактически заготовка. Уже сейчас мы это все набираем. Заготовка. Спортсмены. И первый сет